Организация, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти. Встает простой вопрос, имеет ли смысл инвестировать усилия в ее оживление? Сможет ли она когда-нибудь адаптироваться к объективным реалиям мирового развития и вновь стать площадкой для рассмотрения проблем региональной безопасности на основе принципов Хельсинского заключительного акта, прежде всего, принцип равенства всех стран-участниц?